Еще совсем недавно провожали товарищи в Москву на партийный съезд Екатерину Даниловну Скок. Вот она у себя дома, в Брянске, на родном Дурмаше, в метизном цехе. Метизный – это где выпускают болты, винты, гайки. Мелкие детали, но без них не пойдет ни одна машина. А когда уверен, что работа твоя самая важная на свете, спорится такая работа. Токарь-наладчик Екатерина Скок учится в вечернем машиностроительном техникуме. И где бы ни встретилась вам эта женщина, знайте, очень нужная на земле человек, душевная, добрая, с сердцем открытым людям.